Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы вновь на стадионе спортивного комплекса «Политехник», где буквально через несколько минут стартует очередная игра группы «Б» Национальной студенческой футбольной лиги. Кривенцов. Забил он. Ну и также футболисты «Политеха» оставляют мяч под своим контролем, наносит опасный удар. Чуть подальше от того места, куда он его положил. Здорово играет Семен Абрамов. Мяч забирает. Подача. Еще один удар. Ошибается в этой ситуации Семен Абрамов. И может сейчас получиться опасный момент у москвичей. Удар 1-0. 1-0 привезли сами на ровном месте себе этот эпизод футболисты «Политеха». Ну, а там дело оставалось за малым. Хотя почему за малым? Потому что надо было еще и одного, второго игрока. Вновь атакует команда «Рео». И вновь прорываются вперед. И здесь за мяч также цепляются. А что у нас тут? Не будет ли 11 метров? Наверное, игроков сейчас станет своей командой. Здесь бьет. Казалось бы, что сейчас мяч полетит в ворот. Но нет, все-таки удар остается заблокированным. Но при этом опять «Рео» за мяч борется. Штрафной удар. Пытался мяч перевести точно ворота. Продолжается атака у «Политеха». Удары дело в итоге доведут. Да, получается, но может делать прострельную передачу. Хороший получился эпизод. Тут взаимопонимание тоже. Посмотрите, на каком уровне находится. Может, где-то там запоздало и оно. Но при этом до ударов-то они дело опять доведут. И здесь, ну, аккуратнее надо. Там в обороне имеется в виду, что дыры стали появляться. «Политех» этим может пользоваться. Вот, например, такими ударами. Хороший. И вновь хорошая передача налево отправляется. До удара дело доведут «Политех». Опасный момент. Рикошет. И мяч уходит. И мы его забили. Подача. Опасный эпизод. Удар. Через себя. Численный выход. 3 в 3. Развивается атака. Могут сейчас «Политех» забивать. И это сделают. Нет. Здорово играет Семен Абрамов. Сейчас Георгий Моргунов, который вышел на поле. Да, вот в этом эпизоде у него немножко не получилось. Мяч и «Политех». Прострельная передача. Опасный момент. Вот этот сейчас чуть ли «Рео» не придумали. Мяч в свои ворота. Ну, здорово. Они разобрались в этой ситуации. Вновь Семен Абрамов. Сколько там добавит в итоге? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, друзья мои, если тут сейчас еще и «Рео» не забьет, это будет спектакль. Да, не забивают. Подача. Удар. Это, скорее всего, встреча. Нет, не закончится. Время-то у нас с вами уже вышло. Уже пошли следующие секунды. Да, и дает в итоге свисток арбитр Александр Хазов. В очень сложной игре Российский экономический университет Плеханова побеждает.